Здорово, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Фреш, Эдди и Клейнс. И сегодня у нас новая серия по маничку в CS GO. Чё, корова? Брр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 r Кирюшеньки, вот и сегодня мы здесь будем прятаться. Поэтому, ребят, всем желаю приятного просмотра. Приятного аппетита, ну а мы летим. Хочешь пополнить свой инвентарь дорогими скинами, но не знаешь, где их найти? Конечно же, на Force Drop. Только у нас ты найдешь мощный дроп, скидки на кейсы, промокоды, а также авторские кейсы от топовых ютуберов. Force Drop. Бери от жизни лучшее. Так, пацаны, первый раунд, куда пойдем? Есть нычки? Я не знаю, куда пойдем. Слушай, мне тут Макс, у тебя что-нибудь? Я тут буду стоять. Не, ну в смысле? Хотя ладно, есть одна нычка, погнали. Три, в смысле, он уже уходит? Чё? Чё? Ой, бля. Я думал, он выходит ровно в 4 минуты. Пацаны, за мной. Мы долго будем за ангары бегать? Да, бегом. Чё такое? Он не заметил. Самое главное, что он не заметил. Все. Почему так узко? Могли бы на всю крышу сделать. Да, нормально. Самое главное, все равно поместились. Ну тогда еще переживать-то да, надо. Так, Андрюша, а зачем вы пароль вводите? Скажите, пожалуйста. Я могу да, давайте. Андрей, пароль не вводи, ты все равно его не знаешь, Андрей. Зачем? Куда попали? Попали? Сюда. Куда? Наверх и сюда, под крышу. В смысле, мы вообще-то не там? Его... Как ты понял, что мы находимся там, Андрюша? А? Ну куда вы лезете? Зачем ты лезешь? Ну зачем, Андрей? Зачем? Вы сами об этом говорили. Не, когда мы про это говорили? По-моему, никто из нас про это не говорил. Но это не в доме находится, Андрюш, это не в доме находится. Я знаю, что вы там, я не знаю, как туда попасть. Ну думай. Андрей, ну как говорится, волки подачи без комментариев. Ну-ка, а с другой стороны, его видно, не? А вот, наверное... Да, видно, вон он выглядит. Не-не-не-не-не. А он, Андрей, ты что, хочешь сказать, реально не видел, как открывалась платформа эта, да? Это дура глупая. Так, Андрей, подойди в другую сторону, вот с другой стороны, подойди. Какая платформа, я не понимаю. Да, с другой стороны зайди, с другой стороны Андрей, зайди. Андрей, привет. Да, с другой, вот, и наверх посмотри, видишь? Привет. Привет. Да так просто ничего. Да так, ну, как два пальца по асфальту, ну вообще просто. Два пальца обоссаешь. Андрюша, удачи тебе, ты ничего не... О! Не-не-не-не-не-не, я думал, там только с одной стороны лестница. Быстрее! Беги! С одной стороны лица, оказалось. Ах ты какой! Я-то реально думал, там... Понятно. Математическая задачка просто решена. Да быстрее, это же... О, спасибо. Так, а кого потеряли? Кого потеряли, того уже, считай, нет, Олег, все. Ну, я так и понял. Ну, бля, ты мышь, сука! Да пошла ты, дура, нахрен! Тихо. Почему ты за мной? Да я сам сдохну, пошел в жопу. Ну, Андрюша, ну, пожалуйста, ну, что ты вот начинаешь снова за свое вот это... Паша, как обычно. А где Паша вообще? Паш, ты вообще где? Где сыться, крепрячется, блин? Ну, Андрей, ну... Два. Крыса, куда делась? Нет! А, зажали его. В уголочек зашел у меня, да, ладно, значит? Давайте, я насажу все-таки как надо. Нет, как давай, давайте лучше покажу, где Паша находится. Не надо, Олег, ну, надо, главное, я тебе... Пашу ты без меня никогда не найдешь. Иди сюда, все. Ну, Андрюша. Андрей, давай я тебе скажу, где Паша, ты его отпустишь. Ай! Не надо меня засаживать. Паша вентиляция, Андрей, Паша вентиляция. Все, не трогай, у него мало хп. Да блин! Дура. Пацаны, я походу понял, что вы хотите сделать. Давай, ну давай. Пароль. Так, там Паша, правда, забежала? Сейчас. Забежала, да? Так, только быстрее. Так, быстро. А тут! А что это звук был такой? Так, погоди, а где Андрей вообще? А вот, Андрюша, смотри, 3, 2, 1. Андрей, а вы пароль-то знаете, нет? Ух, как я успел сейчас в лифт-то забежать. Мне пароли не нужны, Олег, я сношу дверь. Она на первой или на второй? Давай, за мной, бегом. Давай. Так, пацаны, быстрее. Летим, а, только... Уйдите, только один может просто подняться вверх. Я застрял, походу, да, нет? Как вниз ехать? Сейчас, да стойте, подожди, стой. Да, одному подняться, один тут подняться только может наверх. Ну, улетят все. Андрюша, беги к ракете. Быстрее! Подожди. Он идет, нет? Опа! Взлетели! Пока, Андрей! Пока, Андрюша! Ай, тупые! А что такое? Я дверку открыл. Пацаны, на Кирилла летим, понимаете? На его планету! Прямиком к нему! В гости? Так, Кирюша, а что, где мы? Как раз...
А где мы? Когда а что такое? Увидел Тессу у Кирилла. А что произошло? Я застрял. А что произошло? Где застрял Макс? В ракете. А попробуй на второй этаж подняться, там может. Не могу, я шевелиться не могу. Нет, Андрюша, нет. А не включись, пожалуйста, я застрял. Да, сейчас. Я включил. Сидит один. Привет. А тут просто вот. Ладно, пацаны, погнали. Опа-на. А ты, Андрей, что, вышел, что ли, из этого бункера? Я уже вышел, да, я откинулся. А зачем ты оттуда вышел? Ты все правильно сделал, на самом деле. Не надо было тебе оттуда выходить, Андрей? Вообще не нужно было? В бункере сейчас, Андрей. А что это, Паш, ты? Это ты как так сделал? Так, вы где сидите? Нигде. Нас нигде нет. Мы улетели, мы снова улетели, Андрей. Туда мы, я. Тихо. Мы свалили просто отсюда, и все. Это сейчас как произошло? Я нахожусь вот там, где ракета взлетала. Меня ничего. Да проверь полностью помещение, Андрей. Пацаны, он удалил меня с карты, он удалил меня с карты. Серьезно? Я попал по тебе. Я удалял ракеты, я все удалял. Лол. Тихо. А лифта тоже больше нет, просто я не могу забраться, лифта больше нет. Ну, Андрей, ты вообще нормальный человек. Сука! Быстрее! Телепортировались. А куда? А все, он скорее всего, начал? Время, надо подождать, скорее всего, чтобы телепортировался. Да, да, что да, за да, бред? Да. Ну вот так вот, Андрей, работает эта система. Глупая овечка. Ну вот так вот, ну по-другому никак да, не работает. Да, никак не надо ждать, ты что бредишь? Да в смысле, я ни разу. Понятно? Уходим. Бегу, не, Олег, никуда, все. Ой, нет лифта, да, Олег? Нет. Быстрее! Ножичками. Олег, как ты? Зачем ты лифт удалил? Я, хоть я его удалю. Не, не надо, не надо. Ножичков у нас на всех хватит. Ножичков, сука, на всех хватит. А я выжил, ла-ла. Так, а у нас медведь стал маньяком. Все верно, все верно. А давай, а куда, пацаны? Раньше был петух, а теперь медведь. А нычки у кого-нибудь вообще есть, не? Нет. Петухом был, петухом. А куда мы идем тогда? Ну это, Андрей, уже про тебя. Может быть, что-то здесь будет? Тихо, пацаны, у меня нычки нету, я вас предупреждаю. А что наверху? И куда дальше? Руферы неудачники. Ой, ну зачем ты вот это вот сказал? Он же все равно сейчас, ну вот понятно. И что? Мы на Луне. По-моему, подожди, что-то, по-моему... Ну-ка, погоди, по-моему, что-то вот здесь вот было. Пацаны! Ну вот тут вот, ну вы чего? Ну быстрее только, давай быстрее. Первый пошел, второй пошел. Отлично, все, найс! Ага, а я Андрею прям в попку засунул. Вот только знаете, пацаны, в чем проблема? И падать тут высоко на самом деле вниз. На крышу, Олег, только вот сразу на табличку. А там телепорт, там телепорт. Ты уверен? Да, я уже Паша! Ты скоро там придешь за нами? Папаша! Папаша, ты там скоро придешь за нами, нет? Слушай, ну, спасибо, скоро, батя, да. Что подарил мне Рено Логан 20 века черного цвета. Блять, сломалась, сука. Паша! Помали, да, ну да, ты, ну, давай, Паш, какие у тебя предположения могут быть? Вот смотри, давай вот вместе логически подумаем просто, как это могло произойти. Где ты нас видел в последний раз до того, как мы переместились на платформу? На крыше, на крыше. Так, значит, куда ты должен пойти? На крыше, наверное, да? Все верно. Это логически. Цепочка, только логика, ничего другого. Давай, Паш. Ну и где я пойду? Я бы даже не никуда не видел. Кто-нибудь видит его вообще, нет? Вон он в углу. Пацаны, давайте рисунок сделаем. Смотрите, да, Олег, смотри, Олег, сядь в угол, смотри, Олег, сядь, смотри в угол. Отойди, все, смотри. Так. Не, сядь, смотри туда в угол. Да, ты ему в жопу запихиваешь. Что? Что? А он за тебя стоял, дрыгался. Пацаны, смотри, посмотрите, Олег, знаешь, как он делал? Смотри. Как, какой рисунок получился. Олег, смотри. Вот ты стоял, сидел вот так вот, а он сзади вот так вот делал. Андрюша, ай-яй-яй. Ничего такого не делал. Паша, ну... Вот как подсказать? Я вот даже не знаю, как ему подсказать. Мы в Ютубе. Мы реально в Ютубе, пацаны, он опять тебя это... Вот прям реально в Ютубе. Олег, зачем ты садишься? Он опять тебя это сзади. Я ничего не... Он тебя Джохан-Похан, Сирим-Бирим. О, бля. Просто красавцы. Я телепортировался. Я не знаю, как это произошло, но... А что ты в мусоре колупаешь? Я про телепорт крысы ничего не сказал. Какой? Я не знал про этот телепорт, ничего. Вообще ничего не знал. Олег, значит, в любом случае ты уже обесчестен. Так. Быстрее. Да он крышу чекает, он вообще далеко от тебя. Быстрее, открывайся, бункер, открывайся. Ой, блин, он спалился. Закрой! Он идет за тобой, прям рядом. Закрой! Успел! Он вводит пароль, уезжай! Спасайся!
Ух, уехал! А лифт уехал! Уехал! Фух! А лифт опять приехал. Быстрее к ракете! Быстрее, 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 быстрее! Пацаны, где он? Это пожалуйста. Тебе не поможет, братья. Пацаны, скажите, он в лифте пожалуйста. Внизу съезжает, вниз. А, понятно. Бежит к ракете. Все, я ГГ, понял. ГГ. Я понял. Тебе ГГ, молись. Я понял. Да что ты там, ты чекаешь быстрее, он на ракете глупый уже сейчас улетает. Паша вообще такой глупый, реально. Ну реально, Паша, так развели. Быстрее! Паш, только не взлетай на ракете, пожалуйста. Хорошо. Мне эта ракета напоминает Ган. Паша, реально, иди съем, держу просто. Вай, бля, А ты что здесь делаешь? А ты что здесь делаешь? Я испугался, ты знаешь как? Ты нет, я думал, ты вызвал лифт, подниматься сейчас будешь. Я успею в нычку залезть. Ну что, пацаны, готовы? Да. Ну давай, давай. Так, ну суть потому, что ракета никто не залетала, значит, нет, её, зачем всего, это никто ракета? Не активировал. Это ракета, да? Олег, потом мы тебя посадим на кончик этой ракеты и отправим. А, да что ты говоришь? Интересно, у тебя план интересный, да. Интересно. Интересно было бы посмотреть на реализацию, понимаешь? Смотри, Олег, смотри, Олег, где я, смотри. А где ты? Вот, смотри, я прыгаю. Вот, смотри. О, как ты туда залез? Вот так вот. В смысле, Андрей, как ты... Погоди, сейчас, я кое-что проверю. Погоди. Ну-ка. А, Андрей, там никого попал. Нету. Так, ладно, хорошо, Андрюша, хорошо, хорошо, хорошо. Я понял, Андрей, ну ты если думаешь, что я не знаю, как попасть туда, ты очень сильно ошибаешься. Андрей, я тебя перебью, это наша битва. Понимаешь, Андрей, ты... Ты долго там не простоишь, Андрюша. Андрей, Андрей, я буду следить всю игру спокойно. Ты недолго там не простоишь. Верни меня! Я к Андрею должен был! Нормально тэпнулся, хорошо тэпаешься. Так, взлетаем. Да, да почему? Олег, ну ты глупенький, Олег, что за прикол такой? Как туда? Олег, скажи мне, ты глупый или что? Нет, конечно, ну как ты? Он глупый и что-то еще. Так, спокойно, ты что там? Ты что, глупая, что ли? Так, может быть... Блин... Привет еще! Думал, не замечу, да? Я искал еду. Так, Андрюша. Андрюша, Андрюша. Олег, да, ты что, подсказки хочешь? Олег, подсказка, 500 рублей на киви. Нифига себе, расценки пошли! А Паша опять на RS6 катается. Да, мне нормально. На чем катается? На RS6. На RS6? А, понятно. Аудио, я думаю, ты поймешь. Понятно. Я думаю, ты поймешь. Или ты не понял. Не, я сейчас все пойму. Я сейчас все пойму, Андрей. А как он, ты уже ушел? Его выкинули из РС. А вот ты, Паша. А что за прикол такой? Как это, как работает? Ну ладно. Блин, почему это не работает? А как? А что дверь там не открывалась-то? Я пишу. Так, бегом, 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 бегом. А вон бежит Паша, вижу, вижу. Беги, Паша, беги, 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 беги. Бегом, бегом, бегом. Быстрее! Ох ты какой! Беги, беги, беги! Паш, ты далеко не убежишь! Давай, 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 давай! Да быстрее же давай! Че, я не могу так подняться? Да у меня всегда проблема! Ты специально побежал в то место, с которого у меня всегда проблема, я не могу с ним! Все, отпусти его! Если да, любишь, отпусти, если вернется, то твое. Так. Ну все, он уже вышел, все, ты его потерял. Олег, он уже откинулся, все, он поднялся. И когда. Он уже у Андрея. Ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, я тебя догоню, 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 догоню. Иди сюда, иди сюда. Оп! Оп! Все, Паша, все! Забудь, забудь, забудь! Да! Так, Олег, ну что, там 200 рублей в силе, Олег? Никакие 200 Олег, рублей. Олег, ходи, подсказки. Рублей выпускается. Какие Олег, 200 рублей в силе, Андрей? Смотри, подсказки, Олег, смотри, подсказка, 200 Олег. Рублей это подсказка. Олег, рублей вход в эту нычку возле входа в дом, Олег, быстрее, думаю, быстрее с какой, головой. Какой дом? Блин, вот дом, это... который ты, вот, из которого это ты вышел. Это где написано Map by Mateo, да. Я так и понял, я так и понял, Андрюша. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия подошла к концу. Я надеюсь, что оно понравилось, вы как всегда поставили свой царский драгоценный кусик и подписались на все наши каналы. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Fresh and DeFi и, конечно же, Гэлэйн. До встречи, друзья. И всем пока-пока. Пока. Да, пока, ребята, в день.